пляже есть такой магазин Football Mania, где предоставлены такие относительно дешевые цены и очень большой выбор футбольных аксессуаров всех видов, начиная от мячей, заканчивая полотенцами. Вот Неймар 5 евро, полотенце тут по 10 евро, Реал Мадрид. Барселона, полотенце, по 5-10 евро, детская экипировка, мячи, Реал Мадрид, 24 евро, это тут, что цены нету, но тоже, я думаю, не дороже, тут дедушки преградили мне дорогу, что-то пытаются типа прикупить. Еще Барселоны, много детской экипировки для детей. Значки по евро, магнитики. Не, магнитики Барселоны 2,5. Барселона, Реал Мадрид. Здесь просто магнитики. Большой выбор бейсболок. Ювентус. Реал разных видов. Такие чемоданчики. Кружечки. Челси, Ливерпуль. Тут я себе кружечку Реал покупал. Шарфы. Реал Мадрид 15 евро. Дороговато. Цена так нормальная. Есть вот такие уже фирменные упакованные. Барселона, это дорогие, я знаю. Большой выбор бейсболок. Френдо, друг, а? Алла, Мадрид, а? Лайк ми, Мадрид. Причем тут есть, только это единственный магазин, где есть вот такие вот бейсболки реаловские, от адидасовские. Но они дорогие, 25 евро стоит. Я сыну покупал такую же уже в этом магазине. Именно вот Реал Мадрид. Именно адидасовские вот это. Вот с ними покажу. Вот это. А 24 евро. 24 евро. Месси, фу, Модрич, Реал, ну очень большой выбор. Хорошо, муж, бенди, джина, номер один, джина, номер один. Да, номер один. Найзе. Уже продаем. Сетки. Адидас. Реал. Детские, я так понял. 25 евро. Перчаточки вообще детские, вратарские. 20 евро. Юго Пакистан? Но Пакистан? Но. Не знаю, что там говорится. Я, а я в Индии. Его Пакистан.
Раша. Раша. Вот такие уже футболочки. Реал Мадрид. 35 евро. Ну, это, кажется, цена дорогая, но видно, что хорошие адидасовские эти фирменным логотипом. Шорты, трусы. Вот пришел, сейчас себе буду покупать шорты. В общем, очень большой выбор. Всего-всего-всего. Ручки, кружки. Барса. 34 тоже евро. 25. Так что приходите, по вопросам обращайтесь в личку. Вот продавец. Уступает реально. С бейсболки у меня, которые 24, я отдал за 15. 9 евро. Это круто. Сейчас будем торговаться насчет шорт. Все.